Tatiana. Tatiana. А это мои любимые плюшечки. Ой, прям вспомнила народ. Спасибо. Спасибо. А это вам. А это вам на счастье. Проходите. Многие не верили, да и мы сами до конца сомневались, сумеем ли мы в таких ограниченных возможностях все-таки сделать вот такую красоту. То есть не нарушить то, что было определено 100 лет назад. Было непросто, было сложно, потому что прежде всего было сложно финансово. Но о чем сказали сейчас ведущие? Когда у нас есть много достижений в культуре, о которых можно всегда говорить, это наша самая сильная сторона. Но наши дети, которые по-прежнему также достойно представляют наш регион и нашу культуру, на всех федеральных мероприятиях, и вот это нас побудило все-таки, не отступить от этого объекта и как можно в самый короткий срок его завершить. Поэтому я вас поздравляю с такой победой. Сегодняшнее событие историческое. Оно завершает уходящий юбилейный год и по своей значимости соизмеримо с 80-летием области. Не считаю это преувеличением, потому что здание, которое мы заново открываем, один из символов города, ярчайшая страница истории и культуры региона. Для многих поколений саратовцев ТЮЗ на Вольске стал родным домом, куда хотелось приходить всей семьей, вместе радоваться встрече с добрым, светлым, настоящим искусством. Этот дом пережил нелегкий этап, как происходит и в человеческой судьбе. В его биографии случилась беда. Но сегодня все позади. Общими усилиями мы вернули старый ТЮЗ. Теперь он наполнится новой жизнью, духом молодости, а значит будет также любим всеми саратовцами.